Так, в Кубейсе вот такая штука возникла. Значит, например, мне не понравилось, что вот этот вот звук, это контактовская библиотека, звучит слишком высоко. То есть мне как бы надо на октаву вниз опустить, допустим, да? Вот, значит, открываем ее ВКонтакте. Да, значит, покажу, что это циклон. Feel the groove. Я уже как бы это опустил. Было на октаву еще выше. Опустил на октаву. Вот. Но когда я это первый раз сделал, то есть, то он как бы сохранил, что я опустил это на октаву вниз, но вот этот арпеджиатор, этот эффект, он не сохранил. И был простой, обычный такой прямой звук. Вот. Например. Сейчас продемонстрирую. Значит, нажимаем на Tools. Вот, допустим. Опускаем вниз. Это на октаву вниз. И пока... Вот, то есть на октаву вниз как бы опустилось. Ну, там добавляется сверху этот арпеджиатор там. Но, в принципе, это на октаву вниз звучит. Вот. И я закрыл. И все. И как только я закрыл контакт, этот эффект арпеджиатора исчез. Значит, что нужно сделать? Значит, снова идем на циклон, находим Feel the Groove. Ну, скажем, ладно, первоначальный Feel the Groove, который был. И снова открываем, значит, инструменты, да? То есть сейчас он снова будет звучать с этим арпеджиато. Вот, и допустим, мне сейчас мне в данный момент мне надо на 2 октавы вниз, так? Потому что на 1 октаву я уже пользовался им. То есть опускаем на вот это 1 октава. Так. Вот так, по-моему. Ну, извиняюсь. Вот так это на 2 октавы вниз. Все. И теперь надо это сохранить как отдельный инструмент новый. Идем на файл. Первую функцию выбираем Save Edited Instrument Feel the Groove As. Вот он откроет. Пишем новое название. Например, 16. Вот так пишется. Down. Неважно. Как угодно. Down. И делаем его сохранить. Все. Папку можно выбрать, конечно, какую нравится. Но он уже его сохраняет как новый инструмент. И все. И теперь он даже при закрывании контакта должен оставаться таким же. Да. С этим арпеджиато эффект. Все.